Приветствую всех на канале. Сегодня тема пойдет создание MP3 плеера. Дело в том, что когда работаешь, паяешь тоже, хорошо бы иметь радиоприемник или музыку слушать параллельно. Поэтому вот взял я вот такой как бы со свалки устаревший Zixel, древний такой модем. Вот, корпус у него прекрасный, пластмассовый и так далее. И вот это модуль MP3, такое видео было. Вот, ссылку дам, естественно. Он подходит сюда, один к одному, так. Плюс динамики, микродинамики, усилитель вот этот. И еще питание. Питание, я думаю, либо сетевое давать, либо еще не решил, либо от Powerbank. Сначала установлю вот этот модуль. Его установить достаточно легко, потому что здесь уже прорези есть. Мне надо просто убрать перемычки, и получится место под этот модуль, который должен стать. Не буду много мучиться, просто пропилю. Вот ножок возьму, вот такую ножок. Ее покупал тоже по AliExpress. Сейчас посмотрим. При сборке забыли они, значит, все это отрезать. Значит, я все это обрежу, все лишние провода. Вот, они мешают встать корпусу. Все собрал. Естественно, термоклей тут. То есть, вот это соединилось с термоклеем, приклеил. Динамики термоклеем приклеил. Их поставил вот так. Левый, правый. Ну, в принципе, так, отверстия использовал те, которые были. Новых не делал. И вот наш цифровой усилитель. Вот здесь хомуты не забываем, чтобы наши провода не распушились тут, не... Так, все было аккуратно. Здесь тоже хомут. Закрываю. Этот хомут предупреждает выдергивание шнура. Выключатель при... Ну, все, в принципе. Вот так. Кабель USB. У меня видео такое было. Это был бракованный. Он как прямого назначения не работал. Но можно было для питания его задействовать. Поэтому я просто отрезал и сюда использовал его. Вот, как бы бракованный кабель. Отсудил, короче, денежки обратно, так что они бесплатно мне достались. Тут что у нас денег стоит? Вот это вообще, по-моему, 30 центов стоит усилитель. Вот это стоит $1.5. Вот эти динамики, по-моему, по 0,8 долларов. Ну, так, грубо говоря, если это так, $2, 2,5 и 1,5, это у нас получается $4. Да? Ну, еще выключатель. Копейки стоит, ну, в принципе, грубо говоря, максимум это $5, да, обошлось все это, вот, так что закрываем это как должно быть, закручиваем обратно наш винтик, и все готово. Маленького кусочка радиоприемник, все нормально работает, вот так он выглядит в собранном виде. Здесь у меня выключатель, я поставил, я его включаю и выключаю. В принципе, нормально он начинает продолжать работать с того места, которое завершился. Так, шнур этот USB, вот такого типа, вот он шнур, да? Я его подключаю к любому памяти, к любому питанию, допустим, блок питания, либо это Powerbank будет, вот, либо компьютер, ноутбук, в принципе, он всеядный получается. Так. MP3 тоже работает, вот флешку достаточно ставить, он перейдет сразу автоматически на режим MP3. Можно переключать каналы, дорожки все переключаются хорошо, все нормально, все работает. Вот так он получился, вот такой коробочки, симпатичный, удобный, вот все функционирует. Ну и самое главное затраты всего лишь, где-то я подсчитал, меньше $5 получается все эти радиодетали, которые необходимы для сборки вот такого устройства. Ну, не считая пазы, которые сигнальные были раньше, светодиоды, я думаю, в будущем, ну, когда время будет, сделать мигалку тут. Так, музыки, может быть, 3 линии сделаю, может, здесь вот так сделаю, или весь такой, чтобы он красиво мигал в такт музыки. Да. Ну, все. Очень я доволен. Вот. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Будем собирать. Будет много чего интересного. Пока.